Здравствуйте, друзья! Сегодня хочу рассказать немного о визе для инвесторов США, называется E2. Американская виза E2 предназначена для инвесторов, управленцев и самых необходимых сотрудников зарубежных компаний, вложивших в США существенное количество денег. Важно помнить, что в этом случае от 50% акционеров компании должны проживать или за границей, или быть держателями американских виз E2. E2 подходит руководителям зарубежных компаний, только если их гражданство совпадает со страной регистрации предприятия. Чтобы оформить E2, иностранец должен предъявить доказательства того, что средства уже инвестированы, либо переговоры о вложении финансов перешли к завершающему этапу. Виза категории E выдается только подданным стран, имеющих соответствующий договор с Вашингтоном. Для получения визы E потребуется сделать инвестиции одного из этих видов. Первый – частные вложения с целью покупки или создания компании небольших размеров. Второй – вложение большой корпорации в мультимиллионную компанию. Третий – вложение в легальный бизнес. Чаще всего американское консульство рассматривает статус E2 без ранее полученного одобрения со стороны миграционной службы. Визу типа E выдают на 5 или менее лет, в том числе и для новых компаний. Статус E не имеет временных ограничений, его можно продлевать до тех пор, пока поддерживается ведение дел и вложение денег в США. Этот иммиграционный статус позволяет работать в Америке долгие годы без оформления ВНЖ. Кроме того, обладателям виз этой категории не запрещено наличие двойных намерений, и это обстоятельство делает E лучшим из неиммиграционных статусов. На определение объемов первоначальных финансовых вложений влияет следующее обстоятельство. Минимальный процент рыночной стоимости компании, расположенной в США, и минимальный процент общего капитала, необходимого для создания предприятия. В качестве объекта инвестиций подходят фирмы любых размеров и характеристик. Маленький магазинчик, ресторан, предприятие сфер услуг или крупная корпорация. Инвестор и американское юрлицо не обязаны работать в одной отрасли или иметь общее направление деятельности. Значительные инвестиции, необходимые для оформления визы E2 и направлены на то, чтобы приобрести уже основанную ранее компанию или открыть новую, обычно должен составлять сумму не менее 1 миллиона долларов США. Но эти цифры сложно назвать официальными. В каждом отдельном случае размеры вложений зависят от того, как компания оценивается на рынке или какие затраты необходимы для ее открытия. В любом случае получить статус E можно и в случае, если сумма вложений инвесторам не дотягивает до этого неофициального порога, но соответствует рыночной стоимости фирмы, расположенной на американской территории. Друзья, на сегодня у меня все. Если вы хотите открыть визу E2, советуем обратиться к нашим специалистам в мессенджере по телефону, который мы оставим под этим видео. Спасибо за внимание.